Итак, все у меня не запланировано абсолютно. Делаю такую вот вещь. Сейчас подхожу вот к этой вот шестерке пчеловода. Я давно собирался ехать. Сегодня мне приснился дедушка, мне приснилось, как я туда поехал. И вот сейчас пришел по определенным нуждам к себе. Подхожу вот к шестерочке к этой. Открываю дверь ее. Давно я, кстати. Пахнет, уже давно она у меня стоит. Открываю эту дверь. Нахожу сейчас телефон в справочнике. Так, как же я записал? Вас. Так, хочет. Блин, как же я записал? Сейчас найду, секунду. Стры, наверное. А, Марта, вот, Марта. Вот, нашел я телефон, беру и делаю вызов. Вот всего-навсего так у меня все начинается. Не запланировано, все как я обожаю. Дедушка приснился, что я в гости приехал, ну вот придется ехать. Уже тяну я долго, но у меня просто нету времени, потому что у меня есть работа моя, самая основная. Добрый день. Добрый день. Это я, помните меня? Ага, добрый день, Илья, добрый день. Как у вас дела? Та так, помаленьку, по-стариковски, Илья. Ясно. Ну что я вам скажу? Мне сегодня вы приснились вместе с дедушкой, что я у вас в гостях, вы не представляете? А вы сегодня в шею? Да нет, я говорю, сон приснился сегодня, а вас, как я приехал, вот в гости заехал. Я ж все собираюсь к дедушке показать ему его машину, блин. Хоть он ее и много видел, но я ее помыл, как бы в порядок привел. И вы сегодня приснились, и я что, думаю, на следующей неделе все-таки поеду, приеду к вам в гости. Хоть и далеко, но поеду все равно. Так что Добрый. я планировать сильно не буду, потому что я уже хотел давно к вам приехать. Я Но у так меня, сегодня не казали, да, у меня все не получалось, много дел, много работы. А желание тоже есть. Но я говорю, ясно. сегодня сон мне приснился с вами, так что на следующей неделе буду планировать, в принципе, приеду к вам в гости. Перетелефонуйте, коли будете на місці. Да, договорились. Все, спасибо. Дедушке привет передавайте. Ага, вон дедушка кричить мені поздоровлення. Поздоровлення вам, вітаю. Все, дедушке, да, скажите. Бо каже, бо йому важко розмовляти так по телефону, то Понял. він я передаю те, що він говорить мені, і я вам Понял, передаю. все. Скажите, сижу сейчас в дедушкиной машине, все в порядке, она по нему скучает. Скоро приедет в гости. Добре, добре, дякуємо, дякуємо за телефон. Все. Дякуємо. А як ви цей карантин переходите? Я прохожу, как и все, знаете, живем и живем, а карантин, не карантин, неизвестно, на него не обращаю внимания. Але все одно треба себе оберігати. Естественно, спорт, физкультура, зарядка, немножко алкоголя, и все будет хорошо. Так, тільки трошки, алкоголю трошки, небагато. Трошки, трошки, очень трошки, так что это я знаю. Очень чуть-чуть, это полезно. Так, чуть-чуть корисно, а так багато то шкідливо. Да. Добре, щиро дякую за телефон. Все, Дуже приємно да. почути ваш голос. Між іншим, Сергій сьогодні про вас згадував. Ви Кто? бачите? Згадував, дедушка згадував про вас. Ага, бо каже, я не знаю прізвище ваше, не пам'ятаю прізвище ваше. Ну, ім'я знає, а от фамілії, каже, не знаю. Це, каже, треба подивитися, як фамілія. Я кажу, тобі яка різниця, яка Ну фамілія? да. Кажу, головне, що знаєш, як називаєшся. Так он тоже о мене вспоминал, получается. Так, я кажу, і то сьогодні, і то, бачите, така телепатія, і ви нам перетелефонували. Вот я о чем и говорю. Вот я о чем и говорю. Представляете, это. А я вообще в энергетику верю, так что, в принципе, не зря. Я вспомнил о вас сегодня, а вы обо мне. Так что все хорошо. Так, питає, як машина, чи ви задоволені?
Да все задоволенье. Она машина, я ее привел в порядок, она с того времени стоит у меня. Вот я сейчас при... А я сейчас пришел как раз там в ангар к себе. Она, вот я в ней сижу и разговариваю с вами именно с вашей машины. Ясно. Кажуть, пан Ілля каже, що говорить із твоєї машини. І телефонує із твоєї машини нам, розумієш? Да. Телефонує пан Ілля і сидить у машині і телефонує. А претензій нема до машини? Питає, чи нема претензій до машини. Да никаких претензій нет. Все замечательно, все супер. Никаких претензій, все отлично. Довільно, да. Ніяких претензій нема. Пічку зробив, запитаю. А, чи пічку зробили, питає. Да, все зробили, звісно, все зробили, все хорошо. Приїду, включу печку, дедушка погреється в машині, посидить. Ага, добре. Окуляри зняли? Окуляри зняв, вони лежать в багажнику. В багажнику. Окуляри в багажнику є. Ну, бо його то все цікавить. Ну, він тільки переживає, щоб все було добре, щоб ви були задоволені. Пускай не переживає, все очень добре. Не надо переживати, все хорошо. Скоро, я думаю, все, якщо по плану у мене, увидимся. Хорошо? Добре. Все. Дуже приємно за телефон. Дякуємо, що не забуваєте нас. І приїжджайте. Хорошо. До здоров'я вам, до следующей недели, хорошо? Дякую вам взаємно. Спасибо. Вічного здоров'я. Спасибо большое, до свидания. До побачення. Ну вот, в принципе, вот так вот начинается маршрут мой на следующей неделе, с сегодняшнего диалога, с сегодняшнего сна, как их там называют эти сны. Вот дедушка тоже обо мне подумал сегодня, а мне он сегодня даже приснился. Так что... Скоро едем.